Популярный и обаятельный артист российского шоу-бизнеса Данила Козловский – один из самых высокооплачиваемых актеров отечественного кинематографа. Давно бередит сердца своих поклонниц, но подробности его личной жизни до сих пор считаются запретной темой для артиста, а потому он не выносит ее на обсуждение в социальных сетях, но простым обывателям все равно интересно, где живет Данила Козловский. В 2015 году известный артист познакомился с моделью Ольгой Зуевой, которая впоследствии стала его женой. В марте 2016-го молодые люди съехались в небольшую петербургскую квартиру Данилы. Но после нескольких лет пара решила найти жилье в столице России и перебраться туда окончательно. Так будущий сценарист и продюсер остановил свой выбор на роскошных апартаментах в одном из домов в центре Тверской. Жилье располагается в пятиэтажном здании постройки 19 века неподалеку от Кремля, а также рядом с Театром Европы. Чтобы полностью обустроить гнездышко и придать ему свежий вид, молодой артист пригласил профессиональных дизайнеров интерьера. Также необходимо было продумать корректную планировку. Интерьер квартиры выдержан в строгих классических тонах в жанре сдержанного минимализма, который разбавлен яркими акцентами в виде декоративных контрастных элементов. По завершении ремонта известный российский актер поселился в московскую квартиру с молодой женой и четвероногим другом, псом по кличке Груша. Пространство гостиной зоны дизайнеры решили объединить со столовой и кухней. В интерьере преобладает натуральное дерево, которое смягчает общий вид гостиной, выполненной в серых оттенках. На полу располагается елочкой светлый паркет. Цвет стен постепенно переходит от темного и к практически белому. Четкие ломаные линии оттенены тонким контуром. На потолке установлено натяжное матовое полотно и несколько точечных светильников. В релакс-зоне располагается раскладной диван с невысокими подлокотниками. Основной темный цвет меблировки разбавляет подушки желтых оттенков. Рядом разместили современную приставку на металлическом каркасе в виде деревянной столешницы. Для комфортного времяпровождения в кухонной зоне был создан угловой гарнитур из МДФ, пенал и небольшие шкафчики снизу выкрашены в светло-голубой цвет, а верхние модули выполнены в песочных тонах. Каждая дверца имеет доводчик и латунную ручку. По центру кухни располагается черная столешница с резной мойкой, хромированным смесителем и отдельным краном для питьевой воды. Над обеденным столом возвышается стилистическая люстра с темными стеклянными плафонами. Рабочую зону освещают точечные светильники, выполненные из металла. Дизайнерское оформление выгодно дополняют кафель на фартуке в уголке и кафель с имитацией бетона в рабочей зоне. Кухня оснащена всей необходимой профессиональной техникой для приготовления блюд и напитков. Потолочный карниз лаконично украшают массивные портьеры из плотной ткани стального оттенка. Чтобы выделить спальную зону, было решено установить стилистическую перегородку с каркасным остеклением. Центральное место занимает двухспальная кровать с мягким изголовьем светло-серого оттенка. По обе стороны от нее располагаются небольшие прикроватные тумбочки в бежевой гамме. Плотные шторы серого цвета выгодно отделяют спальню от гостиной. На стене напротив кровати можно заметить панно из паркета, а на нем большой плазменный телевизор. Также в спальне имеется небольшой комод по жанру, контрастирующий с прикроватными тумбочками. Стены в зоне санузла выкрашены в светлый тон. Пол украшает кафель с фоном, напоминающим бетонную поверхность. На каменной столешнице размещен умывальник в виде морской ракушки, а под ним удобные выдвижные ящики для необходимых принадлежностей. Посередине стены установлено прямоугольное зеркало с неяркой подсветкой по периметру. За ним ванна из натурального дерева цвета венге. Также в санузле располагается многофункциональная душевая кабина. Вся мокрая зона выделена мозаикой стального оттенка. Для быстрой сушки рук в ванной комнате установлен электрический полотенцесушитель. Также известно, что летом 2014-го Козловский приобрел элитные апартаменты на острове Бали, в то время, пока принимал участие в съемках фильма «Дух лес». Остров Индонезии оставил в душе актера неизгладимое впечатление, а потому он стал чаще приезжать сюда отдыхать в компании своей семьи и звездных друзей. В марте 2020-го у популярного артиста кино и театра родилась дочь, которую назвали Ода Валентина. До ее рождения семья Козловских снимала роскошные апартаменты в Нью-Йорке. Сейчас у молодых родителей имеется в собственности вилла с небольшим
небольшим двориком для прогулок с малышкой. Также у Козловского есть небольшой особняк с бассейном рядом с морем в солнечной Испании. А вам нравится этот артист? Пишите свои мысли в комментариях.